Я сижу примерно в середине Курской косы, узкой лентой, вытянувшейся между Балтийским морем и Курским заливом. 50 километров морского побережья вправо принадлежат Литовской республике. 50 километров морского побережья влево находятся в ведении Российской Федерации. И все 100 километров побережья являются одновременно и национальным парком, и популярным курортом, привлекая множество туристов и отдыхающих. И на все 100 километров вдоль берега моря протянулась Авандюна, или защитный береговой вал, или защитная дюнная гряда. Что это за сооружение? Почему по Авандюне, казалось бы, обычной песчаной горке, нельзя ходить? Почему нельзя, хотя и так весело, бежать с ее гребня к морю? Кто, как и когда построил эту преграду? Почему дважды в год она нуждается в ремонте? Почему нужно сохранять задуманный ее рельеф и поддерживать ее непрерывность? На протяжении следующих 20 минут мы постараемся ответить на эти и другие вопросы об Авандюне Курской косы. Если бы вы были перелетной птицей и летели с юга домой или наоборот, рано или поздно придется лететь над морем. Это опасно, негде перевести дух, отдохнуть, подкормиться. Вы летите и летите, а внизу только неприветливая вода. И вдруг, оказывается, можно не лететь над морем, а под вами мост, дорога через море, протянулась туда, куда вам нужно, с юга-запада на северо-восток. Это если вы летите с юга домой. Вот вы и летите над ней, все птицы летят. Зяблики, иволги, кукушки, жаворонки, ласточки, пеночки. Тысячи и тысячи птиц, перекликаясь в небе, летят над Курской косой. Каждую весну и каждую осень. Так они летят, наверное, с тех пор, как коса возникла. А это примерно 8 тысяч лет назад. Так летели птицы, когда на косе стали появляться люди и строить первые рыбацкие поселки. И когда по косе прокатывались войны, еще с тех самых пор, как со стороны Мемеля двинулись крестоносцы. Птицам сверху было видно, как люди начали вырубать леса, как прежде зеленеющий полуостров стал пустынным и заброшенным, как через него двинулись песчаные дюны, засыпая остатки леса, дорогу и поселки. Отдохнуть и подкормиться птицам стало негде, но они не меняли своих привычек, птичьи привычки так скоро не меняются. И тысячные стаи продолжали лететь осенью и весной над мертвой песчаной пустыней. Не было войны, участники которой не проследовали бы по этой сухопутной трассе, защищенной морем и заливом. Самые болезненные следы оставила Семилетняя война, закончившаяся в 1763 году. Колонисты безжалостно вырубали деревья, веками сдерживающие напор песка и ветра. К концу 18 века леса Курской косы были почти уничтожены, а дальнейшее разрушение продолжил неукротимый ветер. Вырубив леса, человек выпустил джина, дал морскому ветру свободу. И он стал активным помощником человека в его разрушительной деятельности. Нагроможденные ветром песчаные дюны двинулись поперек косы и похоронили одно за другим 14 селений. Песок постоянно заносил почтовый тракт. Обрушивающиеся с восточной стороны многотонные горы песка грозили обмелением судоходному заливу. Человек, ветер и песок за два неполных века разрушили то, что природа создавала более 8 тысяч лет. Пока песчаные дюны поглощали рыбацкие дома, до этого никому не было дела. Но когда из-за наступления песка начал мелеть судоходный пролив в Мемеле, купцы и судовладельцы забеспокоились. Купцы собрали деньги и объявили премию тому, кто решит проблему обмеления акватории порта. И такое решение было найдено. Согласно вердикту Иоганна Даниэля Тициуса, профессора Виттенбергского университета, следовало вернуть косе зеленое убранство. В своем научном труде, написанном в 1768 году, профессор Тициус изложил не только методы задержания песков и восстановления лесов на подвижных дюнах,
но и целую систему создания культурного ландшафта. Эти предложения опережали свое время. Прусские власти долго думали и приступили к их полномасштабной реализации спустя почти столетие. Но основные идеи Тициуса начали воплощать раньше. В первую очередь следовало задержать подвижные пески и только после этого укрепить дюны путем озеленения. Нужно было позаботиться о том, чтобы остановить песок, который приносит море. Море остановить нельзя. Волны выбрасывают песок на берег, ветер подсушивает его, сортирует, гонит дальше и дальше, вглубь косы, угрожая молодым только что посаженным деревьям. И в 1803 году под руководством инспектора Бьорна на морском берегу началось строительство ловушки для песка, формирование стабильного приморского вала – авандюны. Технология была проста. Примерно в 50-70 метрах от морской линии в два ряда сооружался обычный ивовый плетень. Между двумя вбитыми в песок колышками переплетались гибкие ветки. Они составляли двойное ограждение вдоль всего берега. Когда под воздействием ветра пространство между двумя рядами плетней заполнялось песком, сверху сооружались новые ряды заграждений. Понадобилось несколько десятилетий, чтобы от Кранца, нынешнего Зеленоградска, до Пилкопина, ныне Морского, протянулся защитный вал, который сегодня мы называем Авандюной. Вал достигал 8, 10, а местами 14 метров в высоту и шириной 50-100 метров. Профиль Авандюны был ровным, крутым с наветренной морской стороны и пологим с подветренной. Оба склона равномерно и густо засаживались травами, а подветренный склон – кустарниками и деревьями. В самых продуваемых участках Курской косы сажали иноземные деревья, например, горную сосну. Она вырастает совсем небольших размеров, зато ее корни надежно удерживают песок. В течение века, пользуясь методами задержания, укрепления и озеленения дюн, предложенными профессором Тициусом, опытные специалисты Бьорн, Эфа, отец и сын Куверты, Герхард и Краузе и другие – сформировали приморский вал и засадили лесом придюнную равнину и гряду больших подвижных дюн. Большая песчаная гряда, прежде угрожавшая обитателям Курской косы и даже самому ее существованию, в результате грандиозных человеческих усилий вновь покрылась лесом. Под ее защитой, в безопасных местах, на берегу залива, окончательно основались все современные селения косы. Защитный приморский вал, озелененная дюнная равнина и укращенная лесопосадками большая дюнная гряда составила к началу 19 века основу культурного ландшафта, задуманного профессором Тициусом полтора столетия назад. Со стороны моря ландшафт представляет собой трехступенчатый террасный контур, который задерживает и поднимает вверх морской ветер. Со стороны залива прерывистой цепочкой расположились селения. Грандиозная идея, воплощенная в результате грандиозного труда, позволила человеку преодолеть экологическую катастрофу. В 2000 году Курская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный пример драматических взаимоотношений человека и природы. В 1903 году закончилось сооружение Авандюны на всем морском побережье Курской косы. Но обустройство культурного ландшафта на этом не завершилось. Морские волны и ветер за зиму наносят заметные разрушения, и, как любое искусственное сооружение, Авандюна нуждается в ремонте. Содержание Авандюны в целостном состоянии является обязательным условием, поскольку через прорывы, так называемые ветровые ворота, выброшенный морем и высушенный ветром песок с огромной силой устремляется в лес. Поэтому сразу после завершения строительства Приморского вала в 1903 году специально учрежденная служба дюн-инспекторов организовала рабочие отряды из местных жителей, которые постоянно занимались ремонтом Авандюны. Преимущественно в рабочие отряды нанимались женщины, руки которых оказались более приспособленными к этой сравнительно легкой, но очень кропотливой работе.
Все работы производились вручную. Техника не применялась, чтобы не разрушать хрупкое песчаное сооружение. Материалы для ремонта были традиционными. Деревянные колья, хворост или тростник, куски рыбацких сетей и даже сенопесколюбивых трав с жизнеспособными семенами. После Второй мировой войны на Курской косе, как и во всей Калининградской области, произошла радикальная смена этноса. Коренных жителей сменили поселенцы, которым пришлось перенимать незнакомый здешний уклад. Как жизнь рыбаков, так и жизнь лесников, выращивающих лес не для хозяйственных нужд, а для предотвращения движения песка, все было вновь. Пришлось научиться также ремонтировать авандюну, и эта непривычная работа постепенно вошла в обязанности лесников косы. Выбор методов восстановления авандюны зависит от степени ее разрушения. Существует всего три группы традиционных методов. Устилка – плотная укладка хвороста на выдуваемые участки, затрудняет доступ ветра к песку и не позволяет песку перемещаться. Стоячие защиты – хворостяные плетни или щиты, возвышающиеся над поверхностью, служат для остановки движущегося песка, накопления его в определенном месте, защиты посадок от выдувания и засыпания. Устройство клеток из плетней – фашин – парализует ветер любого направления. Посадка и посев растительности означает окончательное закрепление подвижных песков. Хотя методов немного, их сочетание и правильное применение творит чудеса. К сожалению, в последние 10 лет работы по ремонту и восстановлению авандюны перестали быть регулярными и всеобъемлющими. Из всех применяемых ранее методов на российской части косы практически используется один – устилка хворостом, что не всегда приводит к ожидаемым результатам. Бестолку просто сваливать хворост на сильно размытый склон авандюны, его просто унесет морскими волнами при следующем шторме. Когда разрушения сильны и образовались ветровые ворота, сначала нужно эти ворота закрыть, нарастить разрушенный участок вала. В этом случае могут сработать либо хворостяные плетни, либо механическое выравнивание профиля авандюны с помощью техники, как делают наши соседи в Литве. Склон выравнивается под углом 60 градусов, хворост укладывается как черепица, только наоборот, начиная сверху. Концы веток должны быть направлены вверх, каждый следующий слой перекрывает предыдущий. Последний слой выкладывается у основания прорыва. Если соблюдать технологию, песок накапливается в хворосте, и ветровые ворота постепенно закрываются. В случае, когда использование техники невозможно, остается, как и прежде, полагаться на ловкость человеческих рук и время. Сплетенные хворостяные ловушки наполняются песком за один сезон. В следующем году работа повторяется, и так год за годом, пока прорыв не будет закрыт. Заборы из досок заменить хворостяных плетней не могут. Сквозь плетни песок просачивается, формируя рельеф авандюны. Перед дощатым забором ветер навеивает из песка холм, под тяжестью которого сооружение нередко падает. Нововведение, заваливание котловин бревнами, вообще не работает. Во-первых, это пожароопасно. Во-вторых, при выгрузке работает тяжелая техника, разрушая авандюну. В-третьих, морской шторм часто выносит бревна на берег, что создает опасность для купающихся. По мнению климатологов, Балтика оказалась чрезвычайно чувствительной к изменению климата, а это катастрофическим образом сказывается на Курской косе. Ученые заявляют, что средний уровень Балтийского моря растет быстрее, чем уровень Мирового океана, а частота и сила разрушительных штормов увеличивается. Волонтеры, вовлеченные экозащитой в проект «Мониторинг локальных явлений глобального изменения климата», регистрируют опасные результаты этих явлений. Спокойными остаются только администрация национального парка «Курская коса» и правительство Калининградской области, в которой отсутствует стратегия адаптации к изменению климата. Если в 2001 году во время инвентаризации морского берега было обнаружено 50 котловин выдувания, то в 2005 году 170. Из них 15 – ветровые ворота, через которые песок языками протягивается вглубь леса, напоминая о бывших песчаных катастрофах. Разрушение авандюны усугубляется локальными проявлениями глобального изменения климата, увеличением штормовой активности Балтики. Разрушительные штормы 2005, 2007, 2012, 2017, 2018 и 2019 годов
привели к тому, что на отдельных участках Авандюна, прежде достигающая ширины 30-60 метров, полностью размыта. В других местах от нее осталась только тыльная часть шириной 10-15 метров. В 2007 году вдоль всего побережья в морском склоне Авандюны образовался уступ размыва, достигающий 2-3 метров в высоту. В среднем побережье отступило на 7 метров, напротив высоты Эльфа на 12, в прикорневом участке Зеленоградска на 16. В 2012, 2018 и 2019 годах штормы полностью размыли Авандюну в поселке Лесное и в прикорневой части косы. У корня косы морская вода заливала лесной массив и шоссе. Январский шторм 2019 года смыл из Зеленоградска от 3 до 10 метров Авандюны в ширину с образованием вертикального уступа размыва высотой до 10 метров. Авандюна остается на передовой. Не будучи берегоукрепительным сооружением в полном смысле этого слова, Авандюна отвечает за целостность и сохранность Курской косы, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Смягчает негативные последствия воздействия штормовых волн только за счет своего разрушения, терпит влияние изменения климата и нашего небрежного отношения к истории. И чтобы сохранить Курскую косу, нам придется научиться сохранять Авандюну. Не обойтись без полноценной программы ремонта и воссоздания защитного пляжевого вала с использованием как исторических методов, так и современных технологий. Надо понимать, что усилия по восстановлению Авандюны могут оказаться бесплодными без грамотных и обоснованных берегоукрепительных и берегозащитных работ, включая строительство волнорезов и намыв искусственных пляжей. Практика воссоздания рабочих бригад по ремонту защитного вала – лишь часть необходимой региону программы адаптации к изменению климата. А сохранение Авандюны Курской косы – хорошо выученный урок истории, примененный в новых обстоятельствах. Если действовать в соответствии с ним, тогда и Авандюна выстоит на климатической передовой.